Ох, и до чего же хороша наша река-красавица белая, Агидель. Любят ее наши рыбаки и очень редко, возвратившись с бельских просторов, жалуются на бесклевье. И именно поэтому Республиканский рыболовный клуб, названный в честь любимой реки Агидель, проводит на ее берегах летние фестивали. Вот и в этот день, 9 августа, очередной Fisher02.ru2014 собрал любителей летней рыбалки на берегу Агидели, недалеко от поселка Тугай. Погода стояла отличная, и многие приехали еще накануне, и, как уже стало традицией, целыми семьями. С каждым годом увеличивается число партнеров и спонсоров, проводимых в фестивале, что еще раз подтверждает растущую популярность клуба «Агидель». А что уж говорить о простых любителей рыбалки. Ведь только количество фурмчан сайта fisher02.ru на сегодняшний день составляет уже более 7 тысяч человек. По традиции фестиваль открывает председатель клуба «Агидель» Эдуард. Этот фестиваль у нас ежегодный, если кто-то не знает. Проводим мы один зимний фестиваль. Ежегодный, один летний. С напутственными словами выступил глава Тугайского сельсовета Алексей Николаевич Мартынян. И всего вам хорошего, и, как говорят, ни хвоста, ни чужой. А что, где и как, объяснил главный судья соревновательной части фестиваля Александр Ахмеджанов. Как всегда, в номинациях «Поплавочная удочка» и «Фидер» самое большое количество участников. В обычный распорядок соревнований с обходом поплавочников и любителей фидера вмешивается представитель компании «Марлин». Прикормка «Дунаев», компания «Марлин». Даем прикормку на закорм рыбе. Неужели изменил своей маховой поплавочной удочке Николай Николаевич? А я дальним забросом сегодня просто буду тренироваться. Потому что в этом году мечтаю попасть на отбор на чемпионат мира. Там надо ловить баллонской удочкой. А я пока умею плохо ловить баллонской удочкой. Поэтому именно ей я и буду сегодня плавить. Вот. Вся тактика. Там что получится. Стараются не отставать от взрослых мужей дети, приобщаясь к замечательному действу – рыбалке. И, конечно же, женщины. Ну а куда без них? Такой фоткаться. Да, вот хоть и поклевывает рыбка на поплавочную удочку, размерами пока похвастать никто не может, в отличие от любителей донной снасти фидера. Ох, хитер же Олег Гайдудинов, а на форуме «Голосант» нашел вот где-то мотыля и не спеша набивает свой садок на пути к призовому месту. Ну а каждый не спешит по-своему. Сильны рыбаки города Октябрьский, что в очередной раз подтвердил его представитель Юрий Михайлов. Червь опарыш уж, как обычно, белый.
но и наши ухимские нилыком шиты, чью честь поддерживает Владимир Прокшин. Я занимаюсь фидером года 3. Получается, первый год был экспериментальный, пробный. Все учился, все познавал. На второй год начал ловить. Но сейчас более-менее как-то получается. Думаю, простят меня спиннингисты. Хоть и немного их было, но добраться до них, поскольку разошлись они аж до самой Соленой горы. Но вот на взвешивании по регламенту они были первыми. Кило 15. А мы, пожалуй, отправимся на берег, где происходит взвешивание улова поклонников фидера. Есть? Давайте взвесим, и потом обратно в садок ее отпустим, уже рулетки потом замерим. Кого, чувак? Нет, она же поймана. Ребят, давайте дальше. Тоже так нежно. А что-то 6 морд, ножик кто-то ей подкрутил. Да ничего, живая. Давайте следующего, Ахмадулин. 380 грамм. Давай отдельно. Сейчас общий взвесим. О, номер какой? О, пока новый рекорд. Обновил? Да, нет. Все-таки правильно. Сколько? Замок 2540. Пускаем? Да. А тем временем на всеобщее обозрение выставлено небывалое количество призов, предоставленных спонсорами и партнерами фестиваля. Кому они достанутся, будет ясно после скрупулезной работы судейской бригады. Пока суд до дела, можно присмотреться к лодочным моторам. Пройти тест-драйв новых автомобилей от ведущих автосалонов города. А вот группа энтузиастов-форумчан. Три девицы под окном дули шарики вечерком. Готовимся к празднику. Сейчас наши проснутся наши дети, и мы будем играть. Нам нужны шарики, нам нужны призы, поэтому взрослые все сейчас занимаются подготовкой. Умные взрослые, рыбаки. Да. Вот 90 шариков должны наши товарищи надуть. А у меня тоже воздух сосет. Надувание шариков, это на самом деле это очень... Творческий процесс. Это очень экстремально, потому что они лопают прямо в нос, и очень больно и страшно. И поэтому мы сейчас очень аккуратненько вот надуваем вот такие маленькие шарики для маленьких маленькие надувать. Если был бы выбор между микрохирургией сердца и, например, надуванием шарика, естественно, Лена бы выбрала, конечно, надувание шарика, потому что гораздо более тонкий и творческий процесс. Пожалуйста. Приплыла к нему рыбка и спросила: что тебе надо, старче? Рыбка, усыпка, буду я. А вот и торжественные моменты награждения.
Поздравляем! На сайте потом отпиши, как полетал. Интересно. Поздравляем! Ну, вы также летаете в аэротрубе, а потом моете машину на высшем пилотаже. Двухмесячный запас, который любезно предоставила нам Mitsubishi Pajero. Карасик половик, да. Поздравляем. И была еще разыграна лотерея для всех зарегистрированных участников фестиваля с огромным количеством разнообразных призов и неподражаемым ведением ее Эдуарда Бигбова. Фидер 44. А что там размерчик-то? Костюмчик. Ура, нет? Супер. Забродный. Хорошо, мешаем. Сейчас Саша его ударит об землю и купит, я чувствую. Спинка 11. Барабанные палочки. Поздравляем. Покататься, да? Вот так. С каждым разом все интереснее и веселее проходят фестивали Fisherman2.ru. А что же будет дальше, скоро мы узнаем. Ведь до ледового побоища 2015 осталось совсем немного. Никогда так не потел, когда раздавал призы, честно.